Клуб объединяет те современные молодежные виды направления спорта, которые малоизвестны у нас в городе. И чтобы о них было больше известно, специально сделали такой вот небольшой фестиваль. Фестиваль покажет гостям курорта и юным анапчанам, какие молодежные направления, движения есть в Анапе. Какими видами спорта можно заниматься, ведь по сути это альтернатива безделью и пагубным привычкам, таким как курение, алкоголизм и наркомания. На данный момент в Анапе насчитываются более 10 направлений, таких как уличные танцы, пейнтбол, стритбол и другие. Такой фестиваль проводится впервые, но в дальнейшем станет традиционным, чтобы ребята могли выбрать неформальный клуб, который нравится, найти круг общения по интересам, показать, чему научились, и получить заслуженные награды, как это было в этот день. Мы сейчас вот создадим актив этого клуба, то есть туда войдут в актив совет, вернее, этого клуба будет непосредственно руководитель этих направлений. То есть мы в дальнейшем обсудим, какой нам сделать фестиваль более интересный. Тем более у нас задумка сделать в сентябре фестиваль по гиревому жонглированию, где, естественно, будет программа и непосредственно такие вот направления, как вот показательные выступления будут.